Третьей премии и звания лауреата удостоена Булуктаева Любовь, город Элиста. Сценическое имя Любови Булуктаевой «Аис», что в переводе с калмыцкого значит «мелодия». Аис Булуктаева – солистка Калмыцкой государственной филармонии. Окончила Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства. Третьей премии и звания лауреата удостоена медяник Светлана, город Ленинград. Солистка ленинградского мюзик-холла. Кроме того, она студентка вокального отделения Ленинградской государственной консерватории. Второй премии и звания лауреата удостоена Лекоступова Валентина, город Москва. Студентка Московского музыкально-педагогического института имени Гнесина. Занимается на эстрадном отделении в классе Иосифа Кобзона. Первой премией и звание лауреата удостоена Артунян Нарине, город Ереван. Окончила эстрадную студию концертного объединения Армении. Поет на сцене уже 5 лет. В отличие от большинства участников конкурса, часто выступает с большими оркестрами. Важно то, что когда ты переживаешь, ты доносишь до конца, вот до зала, до зрителя то, о чем ты поешь, как ты переживаешь, то обязательно хорошая песня дойдет до зрителя, и все будет понятно. Ну, скажу, что песни для меня это не хобби. Я отношусь к этому очень серьезно. Ну, как к своему ребенку.